туда садитесь. Куда? Вон туда, с той стороны. Строй, пожалуйста. Вот можно здесь из микрофона даже говорить. Это куда-то поставить, на удобно. Заранее, значит, извиняемся. Немножечко у нас стал не расположен в этой игре. Но это первый турнир, который вот заново, да? Я думаю, если все пойдет нормально, на следующий год будет в Москве или в другом зале, или как-то. Ну, для начала я хотел бы... Давайте всех поблагодарим. Да им! Здорово! И нашего главного судью. Кушнарёв Ислам Александрович. Это какие это разборки будут? Калужский великий боксер, наш спортом из него поможет, поэтому у нас проблем не должно быть. Дальше что? Ребята, значит, смотрите, все тут уважаемые спортсмены, лучшие там есть и победители, чемпионы, там, Кубка мира, там, чемпионы, ветераны по борьбе. Понимаете, такие уважаемые люди. Да? Вот я хотел на что обратить внимание. Турнир у нас любительский, прежде всего, да? Поэтому я к чему это говорю? Не должна присутствовать группа играть. Как вот у нас это, ваш вольный борьбец. На ковре мы враги, за ковром друзья, да? Но здесь мы должны быть и здесь друзья, и за игрой друзья. То есть, я думаю, вот наоборот, которые великие борцы наши там, боксеры, они не будут играть. Должны друг друга уважать. Не надо гладить, это не бальный танц. Но не надо грубо играть. Это жесткая игра причем всегда. Чтобы у нас обошлось весь драм, самое главное. Да? Да. Каждому охота выиграет. Ну, давайте вот как-то обойдемся без этого. Поэтому, если кто-то грубить будет, у нас вот целый список жесткие санкции. У нас есть главный судья. Понимаете? Нарушение, удаление, значит, на одну или две минуты, или даже пять минут. То есть команда будет играть на 4 человека. Если еще удалять, значит 3 человека и так далее. На минуту удаляется игрок. Он сидит целую минуту, даже если мяч забивается. Не как какие, забили сразу. Целую минуту, контроль здесь будет. И основные правила, потому что многие там, машины там, это вообще даже правила. Я основные правила, смотрю, за что он будет наказан. Первое там, он долго. Игрок без мяча захват нельзя соединять, да? Я волкую его. Вот так. Или там контактирует. Но как захват дал и буду удерживать, значит, свисток на минуту сядет. Команда не шестерит. Понятно, да? Так. Игра на гамме, там все не разрешает. Борьба за мяч идет. Если вы за мяч идете, за ноги нельзя брать. Который помогает игрок, тоже за ноги оттаскивает нельзя, если схватка идет там занять. Где-то судья дает на схватку, если мяч идет в схватке, значит, минут, секунд 10. Потом свисток и вбрасывает свисток. Значит, границы площадки. Вот это заступ. Судья смотрит, показывает в ту сторону, или в ту сторону. Если оба мячом туда вываливаются, значит, можно взять. Примерно вот с этой точки будет, может, да, откуда вывалить. По мячу или по заступу? Ну, значит, по заступу. Нет, если заступ, вот считается, заступил я, да. Если, смотрите, слушайте, так же, как в баскетболе. Если я вот отсюда мяч вытаскиваю рукой, это не заступ. Не, а если я мяч оставил, а сам выбежал, это же не заступ. Это не заступ. С мячом, если я... С мячом я пил.
Да, Макс, причем мне бегут, что ступил, значит, все. Ты выдачи. Если вылетели, значит, тоже. Значит, дальше. Конечно, да. Свечок. Да, да, да. Свечок. Ты же слышал нас, ты же зацепил. Все. Так, понятно, да? Дальше. Израиль. Судья тоже смотрит. Ну, первый. Допустим, мы не свечом летел. Значит, он вам показывает, или кто или кто. Значит, если мяч тоже отскакивает от кого-то, ударяется, если судья тоже определяет, что кого-то не показывает. Дальше еще важный момент, смотрите. Когда атакующая команда выживает, и вот защита снимает мяч, он может делать передачу, может не надо, вот Николай. Но нарушение, чтоб не делали, если я забил мяч, я такую, нельзя его в сторону откинул. Ну, неуважение, удаление. На одну минуту. То есть я не должен, если забил мяч, падать. Атакующий год мяч не снимает. Это задержка атаки. Понятно, да? Так. Ну еще как бы. Так. Плюс еще одно важное нарушение. Если вы начинаете спорить с судьей, там, оскорблять, 10 минут. Значит, первое замечание. Первое. Раз. Если второй раз опять начали, вообще с турнира полностью удаляется. Понятно? Нет смысла. За грубую игру, если вы кого-то там в толчке сильно толкнули, или даже в игре кого-то сюда сморщили, значит, на 5 минут удаляется без права замены. Без права замены. И до конца. Если там разбил там кого-то. Я думаю, до этого не дойдет, мы чтобы знали. Да? Грубая игра. Наказа. Дальше потом. Еще. Борьба за мяч. Да, борьба за мяч. Вот я. У него мяч, я начинаю бегать. Если его оторвал, в партию воткнул. Значит, удаляешь на 2 минуты. Я могу свалить там, борьба в партии. Но я не должен вот эти броски с отрывом делать. Понятно? Боритесь? За мяч. За голову. Вы боритесь, за мяч голову не надо отрывать. Боритесь за мяч. Все понятно, давайте начнем. Да, можно одному, два бороться за мяч. Три человека, не важно. Долго стоит, долго стоит. Так будет. Понятно, да? Остальное по ходу всех. 5 минут не удаление. Значит так, по дисциплине, ребят, то, что вам было сказано, то есть я понимаю, как вы сказали. Все мы занимаемся единоборствами, вы то, что и как сказать. А это командный вид, скажем так. То есть взаимного уважение должно быть все, ну, к возрасту, как сделайте сноски, пожалуйста. Не конфликтуйте в этом плане. За площадку кем будет. И самое еще тоже, мне кажется, одно из вещей. То есть пора закончить, когда все. Вы уважительно относились друг к другу. То есть да, пора, чтобы все вышли, ну, частично кому-то нужно. То есть я ему проигравший, чтобы не уходили. Скажем так, а то вы там, ну, три команды пора, скажем так. То есть вот это. Уважайте друг друга. До конца уже доведем это дело. А там, как сказать, победить сильнейшего принято. То есть, ну, мы все для этого сделаем, чтобы объективно судить, скажем так. И по программе. Первая игра группа бокс, вольная борьба. Потом сразу по окончании идет самбо и машина группа. Потом... По окончании 3 минуты 5 можно? Да, еще я не сказал. Так, важный момент. Можно брать, капитан может тайм-аут брать. Впереди один всего тайм-аут. 30 секунд, все. Во второй период, если не возьмете, он уже не переносит. Во втором еще раз. 30 секунд тайм-аут. То есть остановили тайм-аут. Во время вашей атаки тайм-аут. Понятно? Так, и меняться игроки со своей скамейки. Все понятно? Да, со своей скамейки выходите. Не надо вот так выбежал на чужую. Ты поменял. Только со своей. Все было. Так, значит, команды.
Так, одна здесь сидит. Мы вот здесь сидим, оттуда уходим, здесь будут игроки сидеть. Здесь вторая команда сидит. Зрители там находятся. Куда мы проходим на эту сторону? У нас не играющая команда так, здесь, остальные там. Команды, которые не играют. Которые не играют там, а играющие здесь сидят. На какой стороне?